Новость о смерти Юлии Началовой стала шоком для ее коллег по сцене. Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Александр Буйнов и Валерия на своих страницах в социальных сетях опубликовали трогательные посты. Эмоционально отреагировала на смерть молодой певицы и Алла Пугачева. «Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Примадонна в Инстаграм. Публикацию отметили ее многочисленные друзья, музыкант Валерий Сюткин, модельер Игорь Гуляев и многие-многие другие. Смерть в 38 лет от заражения крови после натирания тесной обуви ноги кажется всем нелепой, страшной и несправедливой. Жуткой потому, что у Юлии осталась 12-летняя дочь, и от того, что пожилым родителям талантливой артистки придется хоронить единственного ребенка, напомним, что причиной смерти 38-летней Юлии Началовой, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал, певица умерла, а месте прощания и дате похорон пока ничего не сообщается.